Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, какую компанию представляете? Меня зовут Александр Вантье, я управляющий партнер компании Doubleby. Расскажите, пожалуйста, только что прошла бизнес-сессия, в которой вы были спикером. Очень интересная тема. Действительно, очень интересная тема. Это как дорасти до CEO в ритейле. Как, собственно говоря, занять эту позицию. Нам теперь всем очень хочется узнать подробности. Есть ли какой-то надежный алгоритм, надеюсь, единственный и очень простой? Единственный алгоритм – это не бояться. Не бояться ответственности, не бояться людей, не бояться изменений и принимать решения такие, которые будут эффективными для компании. Очень хочется узнать, может быть, любой человек может стать CEO компании? Или все-таки вот нужна какая-то предподготовка, какие-то данные физически изначально, быстрый ум, красота, обаяние, шарм, умение разговаривать, или всему можно научиться? Ну, я думаю, что, конечно же, нужны какие-то лидерские качества, изначально проявляющиеся в человеке, и действительно то, что человек может, сотрудник может взять на себя какую-то повышенную ответственность, даже, возможно, в каких-то ситуациях, когда это будет его инициатива. Поэтому... И обязательно умение общаться с людьми, собирать вокруг себя команду, вести ее за собой, потому что CEO это прежде всего лидер, прежде всего человек, который опирается на команду, который представляет ее перед акционерами, перед собственниками бизнеса. И плюс ко всему, это, конечно же, очень важно в нынешнее время оперативно реагировать на изменения, не бояться того, что... Постоянно мы живем уже в таком изменяющемся мире, как с точки зрения и онлайн, и офлайн, так и с точки зрения наших экономических всех ситуаций. Плюс то, что я хотела бы добавить, это в нынешнее время очень важно еще уметь работать с разными поколениями, поскольку даже в нашем, так скажем, командном пространстве и у потребителей мы встречаемся с поколениями совершенно разными, разного возраста, и это очень важно уметь каждому найти подход. Ну и, естественно, эмпатия очень важна для руководителей любого уровня. У меня такой вопрос. Есть американская мечта, когда человек приходит работать в какую-то компанию, при этом заряжен на то, чтобы работать на какой-то высокой должности, но при этом приходит на самую низкую должность и своим трудом доказывает, что он достоин вначале стать начальником отдела и дальше, и потом может стать CEO компании. В нашем российском мире такое возможно? Возможно ли в наших компаниях такое, или в принципе вот человек из низов даже при должном CEO не может этого достичь? Я думаю, что уже сейчас возможно, просто раньше, несколько десятков, можно сказать, лет назад, это было невозможно, потому что очень был молодой бизнес, молодая структура рынка, и действительно очень молодые люди становились достаточно быстро руководителями и учились уже на собственном опыте. Сейчас, конечно, когда у нас есть огромные компании, уже так называемые established структуры, то действительно возможно такая карьера, когда ты пришел в компанию на какую-то более низкую позицию, поднимаешься, становишься руководителем компании. Это очевидно. Возможно, даже быстрее, чем американская мечта, поскольку, опять же, подчеркну, сейчас все очень быстро двигается. Спасибо огромное за такое интересное общение. Спасибо и до встречи в следующем году. Очень на это надеюсь. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.